самый мой стик, он здесь, наверное. А, это просто, он просто с него. А, нет, нет, не с него, да, давайте я его верну. Да, просто чтобы не забыть. Да, конечно, вы правы. Я, разумеется, не буду, но сейчас, ну, я просто... Это правильно, сейчас мы лучше вам отдадим. Ладно, все, я сейчас... Вначале расскажу про, значит, вещи.
интенсив, про транспорт, все время транспорт в электронных системах. Надо себе представлять, что все относится к реальным системам, это либо металлы или полупроводниковые структуры. В последнее время очень распространены структуры, основывающиеся на природе, это природные нанотрубки и совсем в последнее время графен. Значит, вот идея всего этого – это применение такого рода системы. Значит, я вначале расскажу базовые вещи про то, что делает, значит, в этих системах беспорядок и взаимодействие между электронами. Это более-менее обсуждать сегодня. Какие эффекты, какими всякими прямыми теоретическими методами описываются. А дальше завтра вот будет важное слово здесь синергия и топология, которые тоже очень здесь важны, в последнее время очень даже широко обсуждается, очень важно, потому что давно транспорт. Структура с различными типа симметриями. Здесь речь идет о симметрии, это не симметрия, в смысле, что там радиус квадратный или треугольный, а это симметрии внутренние, я зависим от симметрии эффективности. Да, извините, да. Там есть микрофон. А, нужен микрофон, да? Да, вроде бы. Да. Ну, давайте попробуем. Да. Да, слышно? Лучше, да? Хорошо. Значит, симметрия – это будет речь о симметрии эффективных соответствующих теорий, которые очень важны для транспортных свойств, вообще физических свойств этих систем. И еще одно очень важное число – топология. Как мы увидим вам во многих случаях, эти системы играют очень важную роль, начиная с таких знаменитого эффекта, как квантовый эффект Холла, и поле новой реализации это графен и топологические заряды, которые и очень горячие темы последние буквально несколько лет. Я не знаю, это идея или нет, может быть, я немножко скажу, но точно много не буду, про так называемые латишевские жидкости, но если будет время, немножко расскажу это про что происходит в сугубо чисто одномерных структурах. Хорошо, теперь, как я обещал, я начну с таких азов, ключевых азов для теоретика, диаграммная техника. Вот начнем с совсем простой задачи, значит, как я понял, будем изучать, что происходит с электронами, с транспортом в металлических или полупроводниковых, или углеродных, или каких-то еще структурах. И там, разумеется, беспорядок, и мы начнем с того, что рассмотрим совсем простую задача, которая оказывается в такой вопросе не такой очень простой, но совсем простой, значит, не взаимодействующие электроны, то есть это, по сути, одночастичная задача, электрон, который описывается гамильтонианом, который мы возьмем свободное, гамильтониан плюс какой-то потенциал. Значит, этот потенциал, это будет случайный потенциал, значит, мы представим, что есть много примесей в этой системе, и примеси находятся в каких-то случайных позициях. Поэтому потенциал можно описывать как случайную функцию. Ну и самое простое, как можно случайную функцию, это какой-то корреляционной функции. На самом деле, конечно, будут и более высокие корреляторы, но самая простая модель, которая уже, в принципе, все схватывает, это сказать, что есть вот такой, ну, как бы сказать, что статистика потенциала гауссовская, что есть, все описывается вот таким коррелятором, в котором есть какая-то функция в пространстве, по сути, размер с одной примеси, как бы, ну и опять же, самая простая модель, это сказать, что это просто дельта функции в пространстве, то есть это означает, что это случайный потенциал, это такой белый шум в пространстве. То есть есть случайно расположенные статические примеси, которые их много, и они совсем маленькие. Вот. Теперь, значит, элементы диаграммной техники, это функция Грина. Ну, я надеюсь, что то есть, даже если вы не изучали диаграмматику отношений вот с таким системам твердоцельным, то наверняка ее изучали в отношении, скажем, квантовой электродинамики, другой теории поля, так что, в принципе, все идеи все те же самые. Значит, вот эта линия будет обозначать функцию Грина электрона,
вот эта пунктирная линия, это коррелят случайного потенциала. Ну, значит, вот первое, что значит, нужно учесть собственную энергию за счет рассеяния электрона на этих примесях, которая просто вычисляется вот такой диаграммой. И важная часть этой диаграммы — это ее мнимая часть, которая значит, очень легко вычисляется. И оказывается, что это, ну, она, естественно, пропорциональна силе вот этих коррелятора, еще умножить на плотность состояния. Количество электронных состояний на единицу энергии, на единицу объема. Вот это произведение, значит, мы увидим, что это собственная энергия, ее смысл будет, это будет обратное время свободного пробега. Ну, в случае, что это двойки. Значит, когда эта собственная энергия учитывается в функции Грина, функция Грина приобретает вот такой вид. Здесь появляется вместо вот этого и ноль появляется 1 на 2 тау. Если это преобразовать из импульсного представления в координатное, то вот эти 1 на 2 тау приведет к тому, что здесь появится такой экспоненциальный множитель пространства. Через функцию Грина экспоненциально сужает пространство. Смысл этого, где L — это длина свободного пробега. Это скорость умножить на время свободного пробега. Смысл этого очень простой. Электрон находится в состоянии с каким-то импульсом вплоть до этого времени свободного пробега, а потом просто из него уходит, рассеивается, уходит в какое-то другое состояние отсюда. Значит, это такая функция Грина еще не несет в себе особо. То есть она важный элемент, но еще информация. Вот в частности, не есть никакой еще пока информации о проводимости, то, что физически первая физически интересная измеряемая величина. Может, для того, чтобы сосчитать проводимость, нужно сосчитать несколько более хитрый коррелятор, а именно этот коррелятор по так называемой формуле Куба, который дается таким вот коммутатором операторов, которые есть оператор ток. Это проводимость, это один из так называемых кинетических коэффициентов или функции отклика. Это отклик системы на приложенное поле, на приложенное электрическое поле. Приложенное электрическое поле в гамильтониане системы будет связано с плотностью, или можно сказать, с током, в зависимости от того, если его выразить через векторный потенциал, то будет связан с током. А проводимость это тоже это ток, как отклик. Поэтому возникает этот такой коммутатор токов. На языке диаграмм, да, это можно переписать для невзаимодействия. Это очень общая формула, она всегда правильная. Для невзаимодействующих систем ее можно упростить, и она выразится вот через те самые функции Грина, о которых мы говорили. Значит, в результате возникнет вот такая диаграмма. Значит, тут уже две функции Грина, а две, потому что каждая вершина — это ток. Ну, а ток — это как плотность в квантовой механике, это пси-модуль в квадрате, с пси-соответочкой на пси, поэтому как бы здесь есть две линии, которые отсюда исходят, ну и плюс еще стоит скорость, которая отличает оператор скорости, которая отличает ток от плотности. Значит, в результате на диаграмме на языке возникают вот такие диаграммы, которые просто вот есть вот так. Выражает эту функцию отклика. Значит, этот объект, опять же, достаточно легко сосчитать. Надо просто подставить вот те функции Грина, которые были, учесть, что плотность состояния является более-менее плавной функцией. Ее можно... здесь я должен еще сказать одну важную вещь, которую, значит, нужно понимать, что мы говорим про электронный газ при достаточно низких температурах. Электроны — это фермионы, при низкой температуре электроны, значит, заполняют все состояния вплоть до фермовской энергии, а потом все состояния пустые, и это при нулевой температуре это просто ступенька функции распределения, а при конечной температуре, но маленькая, она немножко размыта на ширину температуры. Поэтому есть важная энергия, энергия фермы, до которой все заполнено, которая играет ключевую роль во всем. Значит, вот, то есть вклад в проводимость и в другие все характеристики будут давать электроны как раз вблизи поверхности фермы, вот в этом слое шириной температуры. Потому что все остальные состояния просто заполнены, они ничего не можно ничего сказать.
Вот, хорошо, значит, это такой интеграл, значит, легко вычисляется, если учесть, что плотность состояния вблизи поверхности Ферми просто плавная функция, можно ее вытащить из-под интеграла, взять ее на поверхности Ферми, перейдя к интегралу по энергии, по сути, вместо импульса, по такой энергетической. После этого интеграл их поберется, и получается формула, которая должна быть известна с курсом физики твердого тела, экспериментальная формула Друдена. Что такое? Ню? Да. Ню – это плотность состояния, то есть это количество состояния на единицу энергии, на единицу объема. Значит, в Ферме – это скорость электронов на поверхности Ферми, омега – это частота, и проводимость защитная на конечной частоте, а время свободного пробега, а d – это размер пространства. 2, 3. Хорошо. Да, да, теперь вот эти линии здесь, они уже учитывают беспорядок на уровне вот собственной энергии, как мы говорили. На самом деле, если рассеяние анизотропное, то чтобы получить аккуратную формулу Друда, нужно еще учесть немножко побольше, нужно вот такие лестницы суммировать. Но это называется так называемая вершинная поправка, и то, что она сделает, она заменит полное время на так называемое транспортное время. Это просто учитывает тот факт, что проводимость важна не просто рассеяться, а рассеяться на достаточно большую углу. Надо, чтобы импульс релаксировал. Поэтому если рассеяние мало угловое, то нужно много раз рассеяться, но более-менее вот эти линии суммируем, это учитывается. Вот. Хорошо, значит, вот это совершенно понятно, что это, по сути, классический ответ, то, что мы сейчас получили. То есть так на квантовом языке получается классическая форма. Формула Друда, она совершенно классическая по духу. Все, что было квантовое, это только мы квантовую статистику Фермовскую заложили, а в остальном еще квантовое понятно. Ну и процесс рассеяния, мы тоже сами по себе квантовые, которые описывают вот это тау. Но вот кинетика электрона, то есть последовательность рассеяния, она сугубо классическая, рассеялся на одном, на другом, на третьем. Хорошо. Разумеется, это не вся правда, потому что если бы была вся правда, то незачем было бы в огород городить. И интересными будут квантовые эффекты, которые проявляются при низких температурах, и которые сначала могут проявляться как небольшие поправки, но тоже интересные, а могут приводить к совершенно кардинальным изменениям поведения, которые получились. Чтобы эти квантовые эффекты описать, нужно ввести вот еще такие понятия элементы диаграммной техники, которые называются диффузоны и купероны. Значит, что это такое? Значит, вот диффузон — это вот следующий объект. Это ну вот на значит, языке формально написано следующее, это произведение функций Грина, да, вот этим я не подчеркнул, эти функции Грина бывают опережающие и запаздывающие, что отмечено вот этой буквой, RPI, retarded advanced, и это просто отличало, они отличаются вот знаком вот этой самой и на тау знаменателя. И описывают они одно распространение электронов вперед по времени, а другое назад по времени. Вы можете задать вопрос, посадили там куда-то электроны, смотрите, как он полетит вперед, или наоборот, что с ним было раньше. В этом самом вот этот диффузон, это вот такое произведение опережающей запаздывающей функции Грина, усредненное порядку, ну или проще всего это понять, вот здесь, посмотрев на эти диаграммы, это такая сумма вот таких диаграмм, которые называются лестничными, по понятным соображениям. И это понятно, что такое по смыслу. Вот смотрите, я уже говорил, что эти вот две, как бы вместе, вот эти две линии, можно сказать, это как бы пси-квадрат, да, это плотность, это пси на пси со звездочкой. И вот эта плотность распространяется и последовательно рассеивается на примеси. То есть эта диаграмма просто описывает последовательное рассеяние классической частицы на примеси. Теперь, если сосчитать эту сумму, то сложные вычисления приводят вот к такому результату, что сумма этих диаграмм, есть точно сумма некого множителя, спереди единица на dq квадрат минус и омега, где какой-то импульс, а омега – это частота, которая вот сквозь вот эту лестницу текут. Теперь, что это такое? Это так называемый диффузионный полюс. Да, это верно на маленьких импульсах и частотах, импульсы маленькие по сравнению с длиной свободного пробега, а частоты со временем.
То есть что это такое? Это диффузионный полюс, это понятно, что такое. Это вот это, если вас начинает, это просто решение уравнения диффузии. Смотрите, вот это оператор диффузии, d по dt минус d градиент в квадрате. Оператор диффузии действует на d и дает эту функцию. То есть вот это определенное вот этим уравнением d является функцией Грина уравнения диффузии. Отвечает на вопрос, я посадил куда-то частицу, она диффундирует, какая будет плотность через вероятность найти где-то частицу через какое-то время. Это дается вот этим ядром уравнения диффузии. Ну и видно, что если вы преобразуете это в частотное импульсное представление, d по dt как раз и даст минус и омега, это даст dq квадрат, и вы ровно увидите, что вот решение этого уравнения имеет такой. То есть мы получили квантовым способом решения классического уравнения. Да? А вот, казалось бы, это две частицы, у вас же две функции Грина. Наивно кажется, что распространяются две частицы. Вы называете это диффузоном. Да, да, хорошо. Я вам уже говорил, сейчас давайте еще раз скажу. Значит, классическая частица, когда мы говорим, значит, уравнение диффузии — это распространение плотности. Значит, когда мы классически сажаем, когда мы говорим про частицу классически, то это означает, что мы сажаем куда-то плотность, и она, ну, можно посадить ее в одну точку, для этой функции можно в какое-то распределение какое-то сделать этой плотности и посмотреть, как она будет расплываться, диффундироваться. С квантовой точки зрения плотность — это си по модулю в квадрате. Да? С квантовой точки зрения есть понятие амплитуды, которого нет классической. Вот. А одна линия вот эта — это распространение вот этой самой амплитуды. Именно поэтому, чтобы получить классический ответ, нужно посадить плотность, то есть две, и посмотреть, как они распространяются. Еще вопрос. Ну, в предыдущем случае мы считали с одним, то есть с одной функцией Грина тоже называли это частицей. Ну, хорошо. И не, это терминологические вопросы. Значит, важно понимать, какая физическая величина чему соответствует. То есть, если речь идет о философском вопросе, то что называется вам частицей? Значит, еще раз, есть вот функция, есть квантовая функция Грина электронная. Это вот то, что называется квантовая функция Грина. Это вот такой объект, это просто одна линия. Да? Теперь, если мы хотим сосчитать, вычислить какую-то величину, например, проводимость, которая описывает отклик, там, тока на электрическое поле, то нужно сосчитать то, что на квантовом языке называют двухчастичной функцией Грина. Как? Мы как бы тут родили две частицы. Но это квант. То, что с классической точки зрения является одной частицей, с квантовой — это все со звездочкой. Да, Если можно построить классическую диаграммную технику, она не будет учитывать квантовый эффект, о котором я буду говорить, но все, что я до сих пор сказал, она даст те же самые ответы. В классической диаграммной технике вместо вот этой диаграммы будет одна линия, которая будет распространяться. Это есть два разных языка. Но квантовый язык содержит в себе еще квантовый эффект, к которому мы, собственно, переходим для этого. Но пока что мы на квантовом языке воспроизвели. Пока что мы сложным способом получили простые ответы. Может, КД большая, вот которая не такая, а обычная большая. Обычная большая. А, да, может быть, я этого не сказал, да? Значит, вот, наверное, было написано, но я не сказал. Значит, это буква КД, или я даже не писал. Это буква КД, это коэффициент диффузии. Значит, он, к сожалению, я не написал, да? Значит, он равен, ну, вот это, V квадрат, tau, и не квадрат. Вот это, если все вместе объединить, то это коэффициент диффузии. Да, хорошо. Значит, теперь есть еще важный элемент, которого нет в классической физике, а который зато есть квантовый. Это так называемый куперон. Значит, на первый взгляд, это вообще то же самое, отличается он тем, что я вот одну стрелочку не в том направлении поставил. Да? Но именно поэтому его как бы не может быть. А в классической физике он появляется в квантовой. Значит, у функции Грина есть как бы направление. Она идет с точки R в точку R'. Там родили частицу здесь и убиваем ее, ну или смотрим, да, точки R'. Теперь, да, вот это как бы нормально, так, ну, такие, так сказать, договоренности такие, что, значит, вот это нормальное расположение стрелочек, мы здесь как бы рождаем, значит, здесь эти самые, вот нормальному классическому ситуации будет соответствовать вот такой диффузон здесь. Стрелочки стоят в разных направлениях, ну, там
потому что это одна функция опережающая, другая запаздывающая, если здесь время здесь меньше, здесь больше, то это сложно опережающая. Хорошо, теперь оказывается, что может возникнуть в квантовой, и мы сейчас увидим, как он может возникнуть, вот такой странный элемент, где это одна из стрелочек повернута. Реально это будет соответствовать тому, что мы классическую частицу, которая состояла как бы из вот этих пси-пси со звездочкой, да, которые должны были распространяться вместе, расщепили на две отдельные пси-пси со звездочками, и они начали жить своей жизнью отдельно. И как бы одна из них пошла по тому же пути, но в другом направлении. Мы сейчас увидим, как это получится. И такой элемент приведет к так называемой слаболабилизационной поправке в проводимости. Это будет сугубо квантовая поправка. Я непонятно будет, надеюсь, понятие на следующий. Теперь сосчитать такую диаграмму очень просто. Оказывается, что если нет нарушения симметрии относительно обращения времени, то функция Грина на самом деле совершенно такая же, что из точки R в точку R', что наоборот. Поэтому, на самом деле, сумма вот этих диаграмм ровно такая же, какая. То есть куперон дается ровно тем же выражением, до тех пор, пока не нарушена симметрия относительно обращения времени. Я позже скажу, как она может нарушаться. Теперь где возникает этот куперон? Вот где, значит, есть, когда мы считаем проводимость, в принципе, мы должны суммировать все возможные диаграммы. То есть мы должны ставить вот эти линии рассеяния на примеси всеми возможными способами. Вот. Но большинство из них, они будут там неинтересны, они будут какие-то маленькие поправки, которые... Но, значит, это был в свое время очень важный шаг, когда люди поняли, какие важные диаграммы, которые дадут главную квантовую поправку к вот этой классической формуле Дроде. И оказывается, что это диаграмма, которая имеет вот такие, соответственно, такие максимально перекрещенные линии. Теперь, если немножко подумать, то понятно, что вот эту диаграмму, я сейчас объясню, что это такое физическое, но давайте сначала найти диаграмм. Понятно, что вот эту диаграмму можно линии так немножко перегнуть, это просто ровно та же диаграмма, вот так. Так, чтобы это снова стало лестницей, но только у этой лестницы теперь вот эти две линии, стрелочки будут идти в одну сторону. Вот здесь они как бы шли в противоположные стороны. Да. А здесь уже это лестница, но они это будут в одну сторону. То есть это и возник куперон. Теперь, что такое куперон физически? Физически чему он соответствует? Физически куперон соответствует тому, что представьте, что у вас есть какой-то процесс. Ну, можно потом вернуться к проводимости, но это другого процесса. Как бы есть частица, идет из точки А в точку Б. Да? Теперь может оказаться, значит, мы знаем, что вероятность процесса, чтобы сосчитать, нужно сосчитать амплитуду и возвести по модулю в квадрате. Теперь амплитуда — это сумма амплитуд, которые могут давать разные способы попасть из точки А в точку Б, дают вклад в амплитуду, надо их все сложить и возвести по модулю в квадрате. Теперь представьте, что есть два таких вклада в амплитуду. В одном случае частица идет вот по какому-то пути и делает такую петлю. А в другом случае она начинает отсюда же, а потом делает эту же петлю в обратном направлении. Вот. Квантовая интерференция таких. Такие два процесса будут интерферировать. И вот это уже сугубо квантовый вклад. На классическом языке ничего такого не бывает. На классическом языке нужно не амплитуды складывать и возводить в квадрат, а складывать вероятность. Поэтому вот таких перекрестных членов, когда мы интерференцию двух разных процессов, их просто нет на классическом языке. На квантовом есть. И вот именно этот вклад и описывается в такой диаграмме. Ну хорошо, значит. Да. А можете легко объяснить, почему именно вот такие диаграммы с максимально перекрещенными прерывистыми линиями наибольшего? Ну хорошо, значит, легко. Не знаю, попробую, да. Значит, конечно, еще раз, есть всевозможные диаграммы, какие угодно, да. Значит, есть много диаграмм, которые. Значит, то, что мы до сих пор сосчитали, это были диаграммы, замечу, вот все диаграммы, которые были сосчитаны до сих пор, это были все диаграммы, где линии не пересекаются. Классические диаграммы — это диаграммы с непересекающимися линиями. Да? Вот сюда были вставлены вот такие вставочки, это self-energy, собственная энергия. Здесь мы нашли лестницу, то есть все, что не пересекалось, и это понятно, что это как бы такое было классическое, потому что, ну вот как здесь понятно, да, что идет как бы плотность и как бы рассеивается. Да? Понятно, что как только мы ставим какое-то перекрестие, то мы эту пластичность нарушаем. Это означает, что две части, ну как бы, условно говоря, все со звездочками начали жить каждой своей жизнью. Или мы начинаем интерференцию. Вот. Поэтому
отсюда понятно, что нужны, значит, перекрещивающиеся. Разумеется, есть масса всяких более сложных перекрещивающихся диаграмм. Это как бы самый простой в каком-то смысле способ делать. Значит, это, видите, что это почти лестница, опять же, одна, но только, как бы так говорят, в другом канале. Перекрутить диаграмму, впрочем, одна лестница. Да? Окажется, что если вы много, очень с разными сложными способами начнете суммировать вставлять, можно еще, например, одну такую последовательность еще раз сюда вставить, такого же одному или там пять. Окажется, их всех можно классифицировать, и они будут содержать. Ну, мы сейчас увидим, что это, у этой поправки будет поначалу такая некая малость, квантовая поправка, не будет, конечно, квантовая малость. Да? Вот те диаграммы будут содержать это уже, они будут в следующем порядке. Сочетание теории поля, они будут более эффективны теории поля, это будут диаграммы с более высокой числом петель. Но здесь пока это не видно, тут, но вот мы сейчас увидим, что это в каком-то смысле однопетлевая диаграмма. Собственно, это уже вот здесь видно. И это же будет как бы теория поля. Это однопетлевая поправка. Теперь вот эта петля, волнистая линия, это вот эта лестница. Да? Я взял эту лестницу и на ее вот такой волнистой линии забил. А вот этот квадратик, это, или ромбик, это вот, это вот, вот эти четыре функции Гильдебранда. Теперь вот этот объект, он весь живет на маленьких расстояниях. Вы помните, что функция Грина затухала на длине свободного пробега. Длина свободного пробега будет для нас что-то такое маленькое. А вот это как говорят так, мягкая или низкоэнергетическая мода, да? Этот куперон, у него пропагатор его, он с точки зрения теории поля без массы, да? У него нет никакой, ну, на маленькой частоте, вся частота идет в ноль, это такая мягкая мода, да? Он не затухает. Тем самым он может идти, распространяется на очень большие расстояния. Поэтому, на самом деле, потом мы видим, что можно построить эффективную теорию поля, которая вот это все заменит вообще на такие точечные вершины, а это будут теория поля вот, вот этих вот мягких модов. С точки зрения этой теории поля, это просто однопетлевая диаграмма. Хорошо, и поэтому она была. Нет, ну, всякому затухать то, как ты ложен, иначе у вас там правило было полюса. Нет, ну вот он такой, ну хорошо, вот. Он мнимый. Нет, у него есть, нет, у него есть вот мнимый этот самый ионик, здесь он стоит, но на маленькой частоте это что-то маленькое, у него никакой, в отличие от функции Грина, одночастичный, которые есть, как бы, условно говоря, масса, которая есть для нас свободного пробега, которая очень мыслительная. Здесь нет никакого один на тау. Есть, но маленький. Главное, что это маленькая, это частота, что очень маленькая. А омега вещественная, да? Омега, в принципе, ну, в физике вещественная, в жизни, в смысле, в теории можно, конечно, рассматривать все иногда в частоте. Зачастую делается, зачастую полезно, но в физике, в сессии, которые мы меряем, это вещество. Но это, как сказать, функция имеет там правильные аналитические свойства, аналитичная, в космосе. Хорошо, значит, теперь вот эта петля. Теперь как считается такая диаграмма, но я тебе слово скажу, что значит, эта диаграмма, опять же, очень легко считается, в принципе, все вычисления здесь написано. Идея вычисления, и она, это физическая идея, она стоит в том, что здесь есть разделение масштабов. Здесь есть мягкие моды, а именно вот этот куперон здесь, да? И есть как бы быстрые методы. То есть вот эти электроны, они живут на поверхности сферы. У них характерный импульс, это импульс сферы. Они функция Грина затухают на коротком расстоянии. То есть это что-то такое высокоэнергетическое или живет на коротком расстоянии. В то время как вот это живет на больших расстояниях маленьких. Поэтому, если соответствующий диаграмма, она просто расцепится. Что означает, что просто вот здесь вы вот про этот куб, который, вот импульс, который бежит к куперу, просто забудьте. После этого, если два интеграла просто расцепляются, вот этот ящичек ромбик дает просто там эти интегралы, которые легко вычисляются, двух функций Грина. А все остальное, это интеграл по импульсу, значит, этот куперон возвращается назад. Это почти точечный объект. Приходит назад. Поэтому есть интеграл по импульсу от этого куперона. С интеграл по dq от dq квадрат. Ну и здесь я еще написал омегу, если мы изучаем проводимость на конечной частоте. Теперь, значит, как ведется интеграл dq на dq квадрат, зависит от размерности пространства. Значит, теперь смотрите. Если пространство трехмерное, то этот интеграл как бы такой ультрафиолетовый, но на больших импульсах он обрезан, потому что эти q не могут быть больше длины обратной длины свободного пробега, да и вообще в твердосферной науке ультрафиолет вообще не проблема.
все, чем нибудь обрезано. В данном случае обрезано просто длиной свободного пробега и дает некоторую константу с верхнего предела, которая не очень интересна. Вот. Ну, но зависимость от частоты есть, и она идет с нижнего предела. И ее можно записать так, значит, это как 1 на L омега, где L омега — это длина, которая соответствует частоте. Ну, здесь она там еще комплексная, это не важно. Но это как бы вроде маленькая поправка, да? Это не очень интересно, но есть некоторая поправка. Все становится сильно интереснее, когда мы идем в более низкую размерность. В двумерии этот интеграл уже логарифмический, и он дает логарифм отношения от верхнего к нижнему пределу. И видно, что когда L омега идет в ноль, то есть мы смотрим транспорт на маленькой частоте, то эта поправка начинает просто расходиться. Она может быть сколь угодно большой. Да, эта поправка отрицательная. Она маленькая с точки зрения префактора по отношению к главной трудовской проводимости, если у нее есть малость. Но на большой этой L-омега, то есть на маленькой частоте, она может вообще в конце концов забить исходную. Что означает, что эта формула станет, конечно, неправильной, потому что это плохо, если первая поправка важнее главной. Но видно, что какая-то что-то интересное произойдет. Это мы увидим дальше. Теперь в одномерии ситуация еще интереснее. Эта поправка, опять же, может становиться сколь угодно большой, и она линейна по вот этой самой линии L-омега. Теперь в общем случае, да, это в одномерии или в квази-одномерии, если это как бы. Ну, одномерие здесь не означает, что это просто чистое одномерие, это может быть такая вытянутая просто образец. Ну, вытянутая образец. Значит, вот эта L-омега исполняет роль инфракрасного обрезания. Да, это минимальная длина, на которой вот этот интеграл Дакуна этот квадрат обрезается. И в общем случае ее роль может исполнять какая-то из других длин, которая определяется или размером системы, или магнитным полем, или так называемой длиной сбоя фазы из взаимодействия, которое уже придет. Таким образом, то, что мы сочетали так называемую слабую позиционную поправку, которая сугубо квантовая, и этим интересна, и которая может становиться, в принципе, в двумерии одномерии большой, что делает ее дополнительно интересной. Теперь эту поправку замечательно наблюдают в эксперименте. И вот примерно, вот пример эксперимента, вот как это выглядит. Значит, чтобы ее наблюдать, да, это, как я говорил, небольшая поправка, как правило. Ну, что, теперь как наблюдать небольшую поправку? Ну, то, что просто изменилась немножко проводимость, это как бы сложно наблюдать. Надо ее чем-то менять, да? Надо как бы включать и включать, тогда будет легко наблюдать. Значит, способ включать и включать поправку — это включать и включать магнитное поле. Теперь почему? Магнитное поле нарушает симметрию относительно обращения времени. Фундаментальная симметрия в квантовой механике. Магнитное поле ее нарушает. Мы все знаем, что если включить магнитное поле, то частица будет крутиться в направлении. Если мы эту орбиту обратим, то она обратно едет в обратном. Потому что направление нарушается на обращение времени, но это, разумеется, мгновенно длинно стоится. И уравнение хорошо известно. Значит, тем самым, если мы включим магнитное поле, то мы должны эту поправку просто убить. И если эта поправка была отрицательной поправкой к проводимости, то проводимость при включении магнитного поля должна увеличиться. Вот. Теперь вот смотрите сюда. Здесь вот магнитное поле. И вот этот вот пичок здесь, это и есть вот эта слабопозиционная поправка. Значит, это здесь нарисовано сопротивление. И видно, что в нулевом магнитном поле сопротивление увеличивается по сравнению с сопротивлением, когда магнитное поле. Оно какое-то было, сопротивление там бах увеличивается, было увеличивается. И это и есть вот эта слабая позиционная поправка. А теперь несколько кривых здесь, это все вот в этой области, несколько кривых соответствуют разным температурам. И температура играет следующую фундаментальную роль в следующем смысле. Дело в том, что кроме магнитного поля и вот этой L-омега и размера образца, инфракрасным обрезанием может служить также вот так называемая длина сбоя фаз, которая очень активно изучается. Эта длина, фактически это время жизни электрона за счет при столкновении с другими электронами. Теперь чем выше температура, тем больше неупругих процессов, тем короче это время жизни.
чем короче это время жизни, тем больше будет зарублена вот эта поправка, и поэтому при более низких температурах эта поправка становится больше и больше. Когда температура более высокая, кривая, соответственно, более низкая. Теперь вот эта часть этих кривых соответствует другим эффектам, а именно эффектам электронных. Перенормировок за счет электронно-электронного взаимодействия это отдельная история. Речь пока только об этом. Еще один пример того же самого наблюдается, то же самое магнитосопротивление. Это так называется магнитосопротивление, отрицательное магнитосопротивление, то есть видите, со включением магнитного поля сопротивление падает. Это принято называть словами отрицательное магнитосопротивление. Здесь нарисована проводимость, поэтому этот печок перевернут, но это ровно то же самое. И это, например, здесь пример на двуслойном графине, более совсем недавних измерений. Да, есть еще, значит, такое совершенно замечательное свойство, что эта поправка, я говорю, что она отрицательная, что она делает проводимость меньше за счет квантовых эффектов. Это не всегда так, и оказывается, что это зависит от вот некой от внутренней симметрии вот этой соответствующей теории, а которая, в частности, меняется, если имеется спин-орбитальное взаимодействие. Что делает спин-орбитальное взаимодействие? Она некоторые из вот этих мод, куперонных мод, делает массивными. Ну, собственно, это можно понять. Понимаете, там эти куперонные моды делятся. Синглетная и триплетная по спину, и оказывается, что синглетная остается, а триплетная становится массивной. У нее появляется длина, на которой она экспоненциально затухает, и поэтому на больших расстояниях она вклада не дает. И в результате оказывается, что меняется знак. То есть система с сильным спиноорбитальным взаимодействием, это может быть положительный момент. Ой, прошу прощения. И вот это то, что видно здесь, это положительный момент сопротивления. В образцах проволок золота, палладий, где спинорбитальное взаимодействие сильно. Более того, можно увидеть оба на одном образце, а именно кроссовер от положительного магнита, значит, вот это нарисованное опять же сопротивление. Поле. Вот здесь мы видим вот это отрицательное магнитосопротивление, которое мы видели раньше. Это положительное, которое бывает с спинорбитальным образом. Причина состоит в том, что, ну, как я уже сказал, есть характерная длина, на которой это спинорбитальное взаимодействие начинает работать. Поэтому вот эта часть кривой означает большим масштабом, где она уже заработала. Ну, если магнитная поля можно пересчитать длины соответствующих куперонных петель. А здесь это обычное отрицательное магнитосопротивление, тут еще не работает. Вот такие, значит, это квантовые поправки, которые достаточно давно изучаются. И, ну, как вот видите, что это был пик исследований, что это было 80-е годы, но это по-прежнему очень, так сказать, активно на новых материалах, сейчас на графине это активно изучалось. И это, хотя они даже, может быть, маленькие, как правило, эти поправки, но они. Их легко увидеть, потому что они живут на очень маленьких магнитных полях. Значит, почему их можно отделить? В принципе, в магнитосопротивлении есть очень много разных квантов. Но на таких магнитных полях ничего, видите, какие-то милли-тесты, да, тут обычно ничего еще не происходит. Потому что всякие эффекты, которые такого более классического происхождения, они, для них эти поля — это несерьезно. А здесь магнитное поле, оно такое действие на очень чувствительно, а именно оно действует не за счет своего орбитального эффекта, не за счет того, что оно сгибает траектории, а за счет того, что оно дает фазу электронной, что эти две траектории начинают приобретать фазу. И это оказывается, что происходит на очень маленьких магнитных полях, поэтому эффект можно отделить. Кроме того, как я уже объяснил, у него есть очень значительная температурная зависимость. Это позволяет выделить этот эффект и изучать вот такие квантовые свойства систем, в частности, изучать время нефазировки, если будем ходить, и наличие с точки зрения спин-орбиты, то есть это очень такая
мы увидим, эти самые эффекты слабой локализации могут приводить к еще более драматическим последствиям, а именно становиться сильной локализацией. До этого то, что я до сих пор говорил, называется слабой локализацией, потому что какая-то небольшая зона. А, да, замечательно. Еще такая вот историческая тоже на тему истории. Значит, одно из первых, когда это было предсказано, слабая локализация, один из знаменитых экспериментов, который доказал ее, продемонстрировал наличие кодированной поправки, было измерение эффекта Аронова-Бома, то есть измерялась проводимость такого цилиндра. И здесь есть опять же такой же кодированный вклад, но только от траектории, которые идут вокруг цилиндра. То есть куперон может сделать круг вокруг цилиндра. Это означает, что это интерференция траектории, которая идет по часовой стрелке вокруг цилиндра и против часовой стрелки вокруг цилиндра. И это приводит к тому, что есть эффект, вклад эффекта Аронова-Бома с периодом, который есть аж на 2 е, в отличие от нормального эффекта обычного эффекта Аронова-Бома. Аж на е вклад потока, но здесь из-за того, что это куперонный, но это эффективный заряд двоих. И это был знаменитый, это было предсказано Альшуром Ароном с Белаком и наблюдено знаменитого теперь Денса Шарвина-Шарвина, который сыграл очень важную роль для понимания развития теории. Так, ну вот теперь я уже говорил про что слабая локализация может становиться сильной. Значит, теперь можно, глядя на вот эти формулы, которые у нас были на поправке, понять, когда это произойдет. Значит, давайте представимся, что у нас температура равна нулю, магнитного поля нет, и частота тоже ноль, на которой мы изучаем проводимость. Будем считать просто проводимость системы размера A. То есть вот эта роль вот этого обрезания вместо L-омега здесь будет просто эти размер системы. Теперь давайте задам вопрос, на какой длине вот эта поправка станет порядка самой проводимости. Вот в мере и в наличии. Непонятно, что такая длина будет, потому что эта поправка неограниченно вырастает. В двумере эта длина будет экспоненциально большой, нам надо, чтобы логарифм сравнялся с какой-то большим значением, с классической проводимостью, которая большая в этих единицах, в то время как в одномерии экспонента там не будет, значит, эту длину мы сейчас легко найдем, и она, значит, вот такая, что в двумере, как я уже говорил, она есть, ну, это там длина свободного пробега умножить на экспоненту. Так, теперь стоит это G. Значит, это G — это классическая проводимость системы, выраженная в единицах такого кванта проводимости. Именно E квадрат делит на H. Значит, есть из заряда электрона и постоянной кванты можно устроить комбинацию, которая имеет размер размерности проводимости, и значит, вот это G, это вами безразмерная проводимость системы, проводимость, точнее, размер проводимости в двумере, называемая кондуктанция, обратное сопротивление в общем случае. Теперь если, значит, вот, пересчитать двумерную проводимость вот эти единицы, получится что-то безразмерное и большое слабое состояние. Поэтому в двумере есть вот эта длина, которая экспоненциально большая. Ну а в одномерии она значит, просто пропорциональна. Ну, это значит плотность состояния, это константа диффузии, ну, то есть тоже проводимость. Тоже большая эти проводимость высокая. Классическая. Значит, есть такая длина, на которую поправка, которую мы сосчитали, становится большой и отрицательной. Ну, если бы мы продолжали пользоваться этой поправкой, то проводимость у нас получилась отрицательная, чего не может быть, потому что проводимость не бывает отрицательная. Значит, там должна произойти, должно что-то произойти, и оказывается, что то, что там происходит, это так называемая локализация, то есть сильная локализация или андерсоновская локализация. А именно, что оказывается, что волновые функции системы, электрона в случайном потенциале за этой длиной просто экспоненциально убывают. Это означает, что если мы будем изучать проводимость такого образца при нулевой температуре, ну, в смысле взаимодействия, то эта проводимость просто тоже будет экспоненциально убывать, ну, проводимость или кондуктанс, то есть обратное сопротивление, будет экспоненциально.
потенциально убывать размером системы. Да? То есть сначала мы увеличиваем размер системы до какого-то размера, более-менее работает закон Ома, плюс поправки какие-то кванты, которые мы сочетали. А на больших длинах произойдет какое-то чудо вот в низкоразмерных системах. А именно электроны залокализуются, они больше не хотят приближаться, и проводимость начнет падать экспоненциально, сопротивление начнет расти экспоненциально. Увеличить, конечно, да. Еще раз, если волновые функции, если вы возьмете волновые функции электрона в случайном потенциале, в бесконечной системе, то они будут иметь какую-то характерную длину и за ней экспоненциально убывать. Просто такие локализованные. Называется локализация, не локализованная на этой линии. Поэтому, если вы будете изучать теперь сопротивление там, какого-то образца, какого-то размера, то на маленьких размерах вы не видите еще этого. Ну, потому что это меньше. Будете увеличивать, вы когда-то дойдете до этой длинной локализации, и за ней вы просто увидите, что у вас сопротивление экспоненциально возрастает. Значит, это... я не знаю, какие у нас перерывы предлагаете, да? Как скажете, да? Хорошо? Да, надо как? Хорошо? Давайте.
периодах есть общее говорение. Да, значит, я вот сказал, что есть такое замечательное явление, это из локализации, а теперь, ну, перерывы меня уже спрашивали, собственно, сам об этом хотел сказать, теперь вообще, как это, легко ли это наблюдать, да? А в эксперименте ответ – нет, нелегко. А, значит, по-разному, в совокупности причин. Значит, первое стоит в том, что надо, во-первых, чтобы это наблюдали, такую сильную локализацию в конечном образце, то надо, как минимум, чтобы размер этого образца был больше для локализации. Чтобы экспоненциально сужает, надо, чтобы размер был больше, чем длина, на которой экспоненты развиваются. Да? И это особенно нетривиально в мере, потому что, как мы видим, в мере это экспоненциальная функция, это длина локализации от, ну, вот, проводимости системы. Теперь, если взять типичный вот, двумерный электронный газ, который там стоит в полупроводниковых структурах, у него это G будет типично 1000. Ну, понятно, что такого электронного. Да, теперь чтобы было, значит, может быть, значит, G это проводимость системы, измеренная в единицах E квадрат на H. Теперь я сказал, что E квадрат на H имеет размерность проводимости. Контактанс, то, что называется, контактанс это обратное сопротивление. Значит, E квадрат на H это не обратное, E квадрат на H, H на E квадрат это 25 килоом. Поэтому для двумерного газа, значит, нужно его проводимость сравнивать с проводимостью вот обратной 25 килоом на квадрат. Теперь в хорошем двумерном электронном газе, в полупроводниках, это может быть совершенно просто нелегально, может быть там, в тысячу раз, даже в несколько тысяч раз больше, в результате понятно, что если будет компрессионная длина экспонента от 1000, то мы ее наблюдать не сможем, это будет сильно больше размер Вселенной. А, вот, но можно его сделать, звучит достаточно грязный такой газ, достаточно низкой концентрации, чтобы он был эффективным, чтобы это же было да, ну, там, двоечка. Да. Тогда это можно наблюдать. На квази-одномере это проще, здесь нет никакой специальной зависимости. Вторая проблема стоит в том, что электроны взаимодействуют между собой. Это все было про невзаимодействие. Теперь, значит, когда, из-за того, что электроны взаимодействуют, у них есть некое время жизни по отношению к электронно-электронному взаимодействию. Каждый электрон живет в своем одноэлектронном состоянии только какое-то время, а после этого он как бы стукается с другим электроном и летает в другое состояние. В этот момент вот эти интерференционные процессы, о которых я говорил, обрезаются. И именно поэтому вот эта длина Эфи, здесь я и говорил, что она будет стоять в качестве одного из возможных обрезаний. Это как бы максимально больше, чем эта длина Эфи, это длина, сколько живет электрон до того, как он рассеется на другом электроне. Этот куперон идти не может. Поэтому теперь, чем выше температура, тем короче это время жизни электрона, да, тем чаще происходит этот процесс. Поэтому нужно идти на достаточно низкую температуру. То есть это требует совокупности температур, качества образцов и так далее. То есть это не просто. Но наблюдалось, да, наблюдалось. И в мере, и в квазиодномерии, и в мере это можно увидеть, в частности, что при понижении температуры система, когда вот эта самая длина Эфи становится все больше, 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 и система переходит из области слабой локализации в область сильной локализации, где ее проводимость становится экспоненциально маленькой. Теперь еще одно замечание, что это не есть что-то такое специфическое для электронов. То, что я до сих пор говорил, я решал вообще уравнение, обсуждал уравнение Лапласа со случайным потенциалом. Совершенно аналогично будет описываться физика там, электромагнитных волн или каких-либо других классических волн, которые где-то находятся, распространяются в какой-то случайной среде, какие-то акустические волны. Поэтому, в принципе, любое волновое уравнение со случайным потенциалом, случайным потенциалом, со случайным параметром, в оптике оно может быть случайно диэлектрическое, постоянное, которое там, меняется в среде, и будет приводить к этим эффектам локализации. И они изучаются также и в оптике, и в акустике. Да, хорошо. Ну давайте тут два слова скажу. Если
такое знаменитое тоже явление, которое относится к той же области, что и слабая локализация, возвращаясь немножко назад, к слабой локализации, которая называется мезоскопические флуктуации. А именно можно задать такой вопрос. Представьте себе, что я сделал несколько образцов, которые будут как бы, с точки зрения макроскопической совершенно одинаковые, будет абсолютно одинаковая там, концентрация примесей, но эти примеси будут стоять по-другому. Там будет столько же, но они по-другому будут расставлены. Я буду у всех этих образцов мерить их сопротивление. Ну, разумеется, я не буду получать один и тот же ответ, потому что ну, примеси по-другому как-то будут чем-то отличаться. Это такие флуктуации образцов образцов называются мезоскопическими. Оказывается, что вот эти квантовые эффекты, которые приводят к большим поправкам, относительно большим поправкам, не квантовым поправкам, которые сначала они были маленькие, потом они у нас стали большими, но в любом случае они такие квантовые, они же приводят аномально большим флуктуациям, большим с точки зрения кстати, с классической физики, больше, чем мы бы ожидали с точки зрения классической физики. То есть они имеют их скейлинг с размером системы не соответствует тому, как классические флуктуации должны скейлироваться единицы на уровень объема, эти убывают с объема медленно. Хорошо, но я думаю, что я не буду больше про это говорить. И теперь перейду к такой теме, к теме перехода металла изолятора. Значит, я вот уже говорил о том, что вот эти эффекты слабой локализации развиваются в сильную. И тот факт, что в системе может оказаться, что это означает, что в такой системе, в бесконечной системе, у вас вообще не будет проводимость. Да? Представьте, что у вас все экспоненциально локализовалось. Я сказал, что с увеличением размера системы проводимость и кондуктанс будет экспоненциально убывать, сопротивление экспоненциально возрастать. Это означает, что в термодинамическом пределе проводимость системы окажется равной нулю. Или диффузия частицы в этой системе, коэффициент диффузии будет равен нулю. Квантовая частица не хочет диффундироваться. Она доходит до какого-то места, диффундирует, а дальше локализуется, останавливается. И это была такая знаменитая работа Андерсона 1958 года, недавно бурно отмечалось 50-летие этой работы, открытие явления андерсонской локализации. Работа называлась вот так, вот Absence of Diffusion in Certain Random Lattices. И ну, это одна из очень знаменитых, самых цитируемых работ в физике, одна из самых многих тысяч. Цитирований, но и в частности она принесла Андерсону вместе с другими, в частности Мотор, Нобелевскую премию 1977 года, хотя у Андерсона есть много других работ, которые могли бы ему принести Нобелевскую премию, но Нобелевскую премию уже именно за локализацию. Теперь, значит, что такое, что происходит в системе с точки зрения формального описания? Значит, происходит следующее. Чем отличается вот такой переход, чем отличается вот поведение системы вот в этой фазе андерсоновского изолятора, где произошла эта локализация, от фазы металла? Отличается следующее формально. Значит, если я возьму коррелятор, вот такой, который есть произведение двух функций Грина, усредненное. И это буквально, помните, мы с вами считали, классически это получался просто вот этот диффузон, диффузионный пропагатор, который присвоил такую диффузию. Оказывается, что если мы находимся в изоляторе, то есть система является термодинамическим пределе изолятором, то этот диффузон, который был вот таким классическим уровнем, приобретает совершенно другой вид. А именно он сам, в сущности, вот этого 1 на омега, имеет вид функции, которая затухает экспоненциально на масштабе локализационной длины. Это означает, что если перевести это в импульсное пространство, то по сути здесь появится масса. Здесь будет q квадрат плюс ну, вот, единица на кси квадрат. То есть, ну вот для тех, кто
здесь мы видим, что у нее, что мол, соответствующее богатство нет, массив является массой или точкой зрения. Координаты пространства — это означает экспоненциальность. Хорошо. Теперь как? Значит, бывают система в термодинамическом пределе может быть металлом, а может быть изолятором. И это означает, что бывают переходы, фазовые переходы между этими двумя состояниями. И эти переходы называются андерсоновские переходы. Значит, теория этих переходов была сначала предложена на таком феноменологическом уровне, вот в этой известной, очень знаменитой работе Абрахамса Андерсона и Ричарда Бэйлора Макришна, 1979 год. И современное мы понимаем, значит, сейчас это на другом языке, более как современном, как ритмовую группу, соответствующей теории поля, которая есть в сигма-модели, я про нее сейчас много скажу. Значит, но первая, значит, идея была предложена совершенно феноменологически, она выглядит следующим образом. Этими авторами были поняты, но и на самом деле, как всегда, на основании частично этих работ предшественников, что вот этот самый безразмерный кондуктанс является хорошей, как говорят, скейлинговой переменной. Да? То есть можно описывать, что происходит, полезно изучать, как этот кондуктанс, то есть обратное сопротивление образца, меняется при увеличении размера образца. В последующем будем рассматривать образцы. Возьмем какую-то систему с какой-то концентрацией беспорядка и начнем увеличивать размер системы. Значит, оказывается, что полезно создавать систему вот этим безразмерным кондуктансом, то есть кондуктанс, обратное сопротивление, померенное в единице Е квадрат на H, и изучать как бета-функцию, то есть производную от логарифма этого кондуктанса по размеру системы. И, собственно, скейлинговая теория говорит, что вот эта бета-функция и сама будет функцией только кондуктанса, и больше ничего. С точки зрения теории поля, это будет означать, что теория поля, что это правильная константа связи, это перенормировать теория поля, у нее может быть перенормировать теория поля, у нее может быть взять ленорм группу и так далее. Теперь как будет устроена эта бета-функция? Значит, смотрите, когда кондуктанс большой, это означает, что система такая хорошая, как бы идет, как хороший металл, да? Она хорошо проводит большой кондуктанс. Значит, здесь можно посчитать какую-то функцию, и в первом приближении она будет определяться просто законом Ома. Там мы берем кондуктанс, обратное сопротивление кубика, ну или квадратика, полосочки, и смотрим производное от него по линии. Ну и получим ответ, что это 0 для двумерия, там минус 1 для одномерия и 1 для двумерия. А дальше к этому имеются квантовые поправки, которые мы сосчитали, которые дадут вот это отклонение вниз. Теперь при маленьком кондуктансе это означает, что система очень-очень грязная. Там мы ожидаем вот эту экспоненциальную локализацию, о которой мы говорили, и поэтому это означает, что здесь, да, кондуктанс будет экспоненциально убывать с длиной, и это значит, функция пойдет сюда вниз, она будет развить. Ну, дальше, предполагая, что все так плавно соединяется, можно сделать такое предположение, что эта бета-функция вот идет так, как нарисовано здесь. Из чего следует следующее? Значит, вывод на феноменологическом уровне, что в одномерии и двумерии бета-функция все время отрицательная. Это означает, что мы начинаем как бы из металла, мы потом утекаем при увеличении длины изолятора, то есть в термодинамическом пределе мы всегда получим изолятор. В то время как в трехмерии имеется вот эта точка, которая разделяет здесь область положительной бета-функции, здесь отрицательной. И эта точка является точкой перехода металла-изолятора. Это означает, что если вы начнете с системы достаточно чистой, вы потечете в металл при увеличении размера системы, то есть при наличном пределе у вас металл, а если вы возьмете систему белизнее, вы потечете при увеличении размера системы в изолятор. Это означает, что имеется переход металла-изолятора по
не имеют параметры. Например, проще всего представить себе, что это беспорядок. Но это, значит, пример, что называется, квантово-фазового перехода, да, изменение какого-то параметра системы, основное состояние системы, принципиально меняет свои свойства системы из металла, становится изолятором. Значит, это фазовый переход, у которого есть масса всяких очень интересных свойств. Ну вот, если интересно, у меня сравнить недавний обзор, потом, ну, было много обзоров раньше, здесь тоже. Ну, там, естественно, у них ссылки тоже есть, но с учетом более недавних развитий можно много найти здесь. Хорошо. Теперь я уже сказал, что это можно описывать некоторые эффективные теории поля. Значит, вот это про это здесь немножко, значит, я расскажу. Теперь, значит, что это теория поля имеет вид, так называемую нелинейную сигма-модель. Опять же, возможно, в контексте физики частиц вы про сигма-модели тоже слышали, они, собственно, там и были введены вначале. Но оказалось, что они исключительно полезны и во многих аспектах физики конденсированного состояния, но и в частности в области локализации. Значит, это сигма-модель. Значит, это такая теория поля, которая характеризуется вот этим полем Q. Значит, то, что здесь написано, это действие. Да? Это самая теория. А, значит, поле Q, это оно живет в пространстве. И действие выглядит вот так. Значит, вот это так называемый супер-трейс. Я скажу, почему супер, но сначала это просто трейс. Какое-то матричное. Значит, тут написано очень простое действие, а именно градиент поля в квадрате, а это просто само Q умножить на некую простую там, лямбда, некая постоянная матрица там, с элементами 1 минус 1. Омега — это, да, константа, здесь D — это константа коэффициент диффузии, а омега — это частота. Значит, действие будет исключительно простым, оно вообще квадратичное по полю Q, и на первый взгляд это вообще тривиально. Да, любое теория с квадратичным действием, свободная теория, Гауссова интеграла считается тривиальной. Но это не так, потому что это нелинейная сигма-модель означает, что поле Q, на него есть вот такая связь, а именно, что Q квадрат равен единице. Значит, поле Q — это некое, это в данном случае матрица. Если бы это был вектор, то это означало бы, что он живет на некой сфере, на поверхности сферы, как бы его, конечно, единичный вектор крутился бы, да? А в данном случае чуть посложнее — это матрица. Но чтобы себе представить, можно представить, что такое вектор. Да? Тогда понятно, что такое, он может как бы торчать в разных направлениях. Да? Ну и понятно, что это уже совсем не простая теория. Вот. Теперь Q — это матрица, и более того, это такая на самом деле суперматрица. То есть есть, на самом деле, разные формулировки. Есть формулировка, так называемая репличная, этой теории. И это такое общее свойство, что когда вы... у нас есть вначале беспорядок, и поэтому беспорядок нужно усреднить. Оказывается, что это такое непростое дело. Есть такой метод реплик, который придуман для усреднения. Это беспорядок достаточно общий, который состоит в том, что нужно ввести там n копий данной теории, а потом в конце это n стремить к нулю формата. Значит, если действовать таким методом, то этот куб будет жить вот на некотором таком многообразии, да, теперь я понимаю, что вы уже что-то про группы тут обсуждали. Константин Абрамович рассказывал, так что вы уже символ там типа U от N просто. Ну, не важно. S U U это дайте, это уже тонкость. Вот O, наверное, раз. Так, значит, да, есть три, значит, больших семейства группа, а именно унитарные, ортогональные и симметрические, про которые, ну, до некоторой степени рассказывалось. Теперь есть еще такие чуть более сложные конструкции, которые называются симметрическими пространствами. Симметрические пространства — это то, что получается, ну, хорошо, эти совсем просто, значит, они получаются, как можно так сказать, то, что если не в самом смысле, это одна группа делится как бы на другую, но это укрепляет. Произведение у группы — это делится на
по ней факторизуется. Да? Ну, примером, самым простым примером симметрического пространства является сфера. Да? Если взять сферу, да, сфера характеризуется двумя углами. Теперь, значит, если вы начнете с группы вращения трехмерного пространства, в ней будет три угла, да, и группа СУ3, если один из этих углов, если по одному из этих углов профакторизовать, который соответствует группе СУ2, У1, что то же самое, то, что останется, это будет просто сфера. Ну, хороший пример сферического пространства. Вот. Но вот этот самый матрица Ку живет на таких более сложных симметрических пространствах, которые вот так устроены еще и в пределе n к нулю, или же оказывается, что их нужно делать суперсимметричными. Тогда не нужно рассматривать его в пределе n к нулю, и тогда это более математически куда лучше определенная задача. То есть здесь удивительным образом, хотя еще как начальник был суперсимметрией, этой задачи не было, но оказывается, для того, чтобы вывести теорию поля и все единицы по беспорядку, приходится ввести суперсимметрию. Эффективная теория поля, которую я описываю, это суперсимметричная теория поля, и эта Q живет, более того, она в одном направлении компактная, а в другом некомпактная, это многообразие. Это некое произведение сферы на гиперболоид, как бы, которое еще одета так называемые антиконвертирующие перемены. Да, ну вот, я не хочу в эти тонкости, совсем уж технические детали в это вдаваться, но просто значит, что есть некое такое пространство, которое в каком-то смысле такая сложная сфера. Ну и к тому же еще такая слегка в половине направления компактная, в половине некомпактная. Ну а на самом деле она еще такая суперсимметричная. Вот теперь, значит, есть, да. Теперь как это. Да, это, конечно, значит, звучит красиво, теперь можно спросить, откуда это берется, это можно вывести. Я не очень хочу, значит, тут есть несколько прозрачных людей, у которых этот вывод более-менее изложен, наверное, им хочется через него идти, но смысл состоит в том, что переменная, которая вот, становится вот этой переменной Q, это в каком-то смысле поле плотности. Не совсем это я такой очень сейчас, так сказать, так, грубо говорю, но тем не менее, значит, можно себе в качестве такого нулевого пристанища спросить, что это за такие поля Q, когда мы начинаем с наших исходных электронных полей, то оказывается, что это поля, вот если мы вначале описываем наши электроны полем φ, то в конечном потом мы вводим поля, которые такие билинейные по φ, такие φ на φ крест. И дальше оказывается, что действие в терминах можно писать в терминах этих полей, и оно высаживает, эти поля высаживаются вот на этом сферическое многообразие. Значит, я не хочу сейчас вдаваться больше в эти детали, а покажу просто некую аналогию, которая может быть полезна, потому что сейчас будет тяжело следить за выводом. А именно вот такая очень простая сигма-модель, которая описывает ферромагнетик во внешнем магнитном поле. Да? Представьте себе, что у вас есть спин, который живет на сфере и может смотреть в разных направлениях. То есть есть не один спин, то есть есть пространство. Да? В каждой точке имеется этот спин. Ну или у вас есть решетка этих спинов, и вы идете в такой длинноволновой предел, когда можно считать, что это координаты меняются непрерывно. Да? И вы хотите написать энергию этой системы спин. Да? Эти спины между собой взаимодействуют. В длинноволновом пределе это взаимодействие будет иметь вот такой вид. Это будет просто. Спины хотят все выстроиться одинаково. Да? Означается, что за то, что спин меняется, за градиент, вы платите какую-то энергию. Ну и понятно, что главный член в этом будет пропорционален квадрату градиента с каким-то коэффициентом, который, значит, называется. Смотри, называется спин стифнес. И будет член, разумеется, если у вас есть еще магнитное поле, то, естественно, что вы будете просто дополнительная энергия, которая просто
спином магнитным полем. А спин может быть какой-то M-компонент. Что он, это означает, что у вас спины живут на сфере, которая есть S, N-минус, одномерная сфера, которая есть не что иное, как вот такое симметрическое пространство. Группа ON, деленная на группу N-минус 1. То есть сфера S, N-минус 1 – это просто пример симметрического пространства. Теперь вы можете сказать, да, значит, есть вот такой гриппиниан, такая, значит, на него связь того, что вы можете перейти к непрерывно к независимым переменам. А именно все независимые, если вы одну скажете, что S1 выражен через все остальные, через S перпендикуляр. Все эти. То есть N-1 переменная будет независима. S1 вы через них можете выразить, подставить сюда. И у вас это превратится вот в такое. Это будет останется член такой же, плюс вот этот даст B на S перпендикулярное в квадрате, и будут члены более высокого порядка. Теперь, если вы для начала забудете про эти члены более высокого порядка, то вы увидите отсюда, что квадратичная форма вам говорит, что будут вот такие галстоновские моды, которые просто есть спиновые фолды, да? То есть просто квадратичная форма энергии, которую вот вы капу на q в квадрате плюс b. Это сколько вы платите за вот такую флуктуацию с импульсом q. Теперь ровно то же самое вы можете проделать. А это будет просто взаимодействие этих спиновых клубов. Да? И ровно то же самое вы можете проделать в той модели, о которой я сейчас говорил, сигма-модели для локализации. А именно, можете сказать про это поле Q, тоже его правильным образом запрограммировать через независимые перемены. И тогда написать это действие, у него тоже будет квадратичная форма, которая будет иметь вот такой вид, плюс члены более высокого порядка. Теперь, если вы сначала забудете про члены более высокого порядка и посмотрите на квадратичную форму, то вы увидите, что соответствующий корреляторы отсюда просто то, что стоит, это d квадрат минус ионы. Да? Это ровно тот самый диффузор. Да? То есть это означает, что вот эта теория на квадратичном уровне это просто дает вот эти самые диффузоры. Да? А следующий член это будет взаимодействие этих самых диффузоров. И это взаимодействие, это не есть взаимодействие в смысле электронно-электронного взаимодействия. Это вот эта теория так устроена, была не взаимодействующая теория. Но на языке вот этих самых диффузонов это можно понять, что такое это взаимодействие на языке тех диаграмм, которые я рисовал. Это будут вот такие лестницы, которые я рисовал, которые будут соединяться там такими электронными тоже там ромбиками. Нет. Название Хиками Бокс. Короче, видно, что эта теория содержит в себе то, что мы до сих пор говорили. И на самом деле она содержит в себе, вот спрашивали, что почему надо только эту диаграмму. Мы рассматривали только одну вот эти пересекающуюся диаграмму. Эта теория содержит в себе все диаграммы. Да? То есть ее можно генерировать не однопетлевые, двухпетлевые диаграммы. Она знаете, все диаграммы, которые получались из той науки. Но здесь мы уже сделали некую важную вещь, мы уже перешли к этой эффективной низкоэнергетической теории. Это уже теория, которая только знает про эти мягкие моды, диффузоны и купероны. А все высокие энергии, как бы электронные, они как бы уже отфигурированы. Такая красивая норма. А теперь, зачем она нужна? Что вообще с ней можно сделать? Я ориентировался с... Что из нее вообще можно сделать? Ну, для начала можно, как я бы сказал, из нее воспроизвести вот ту диаграмматику, о которой я говорил, которая была построена через на исходном языке, можно теперь из-за вот этой эффективной теории. Но это было бы, ради этого не стоило бы ее выводить. Значит, на самом деле можно сделать сильно больше. Ну вот давайте я некоторые, не все, некоторые вещи еще. Ну, например, для одномерных, квазиодномерных образцов, такие длинные вытянутые образцы, да? Эта теория оказывается одномерной. И ее можно просто точно решить. Сигма-модель в одномерии, как если исходный образец был квазиодномерным, эта задача становится просто одномерная, поперечная уже. Координаты роли не играет. Эту задачу можно точно решить, доказать, увидеть, что происходит вот этот кроссовер слабой локализации к сильной локализации при увеличении размера системы. И просто сосчитать, например, конкурданс как функцию длины. Видите? А дальше можно изучать вот эти андерсонские переходы, например, в более высоких размерностях, где есть
в зависимости от силы беспорядка, фазы металла и беспорядка. С помощью Ленорбрук, то есть Ленорбрук, которая позволяет понять фазовые диаграммы, сосчитать, по крайней мере, если какого-то разложения, критические экспоненты и так далее. Дальше эти сигма-модели могут включать в себя, и это мы завтра поговорим, нетривиальную топологию. Пока этого у нас не было, но оказывается, что для задач, которых каким-то образом возникают диракские фермионы, эти сигма-модели могут иметь нетривиальные топологические члены дополнительно, и это относится, например, там, к таким системам, как топологический изолятор, о которых я надеюсь, тоже завтра поговорю, ну и до некоторой степени графен. То есть есть системы, очень активные исследующиеся, в которых соответствующие эти теории поля будут включать топологический эффект. Ну и есть различные там, обобщения этих сигма-моделей на случай взаимодействующих систем, на случай неравновесных систем, различные непертурбативные эффекты изучать, которых просто нельзя увидеть, их делают той диаграмматики, которая есть. То есть это очень, такой, в общем, в целом мощный теоретический метод для широкого класса систем. Хорошо, ну давайте я чуть-чуть покажу про... Вот я просто проиллюстрирую одно из них. Сначала это вот этот... вот эта самая квазиодномерная система, что можно построить точное решение этой сигма-модели и найти проводимость как функцию длины. Это вот, моя деятельность почти уже 20-летней давности, и других людей тоже. И вот тут нарисовано, примерно, давайте вот на этом посмотрим. Здесь это длина системы, как образца, деленная на локализационную длину. А это нарисован кондуктант, то есть обратное сопротивление, отнормированное так, что если бы все было классически, если бы был закон Ома, то здесь была бы просто единица. И вот то, что мы тут... Да, теперь эти три кривые соответствуют разным, так называемым, симметриям вот этой задачи. Я уже говорил, что, например, когда есть спин-орбиты и нет спин-орбиты, это разные, в одном случае есть локализация, в другом случае антилокализация. И также я говорил, что магнитное поле вообще убивает вот эту первую кварту поправку. Оказывается, что на простейшей ситуации есть три таких разных симметрии этой задачи, а именно ситуация нарушенная, когда есть магнитное поле, когда нарушена симметрия относительно обращения времени, ситуация, когда магнитного поля нет, есть спин-орбита, и ситуация, когда магнитного поля нет, есть спин-орбита. Они отличаются тем, какие из этих мод куперонных, диффузорных присутствуют. И для всех этих трех случаев можно сосчитать, да, с точки зрения теории поля, они будут отличаться тем, что это будут разные вот эти многообразия. Ну, вот это у меня было уже написано, например, вот здесь, да, что это могут быть, вот, например, два разных класса, это нет симметрии относительно обращения времени и есть, но вот есть просто разные группы, здесь там это унитарные группы, здесь автономия, вот сюда, разные симметрические пространства. Значит, вот эти кривые, которые показывают вам, что здесь у вас как бы единица — это закон Ома, здесь к нему пошли на маленьких длинах маленькие поправки, это слабая локализация работает, а на больших длинах все идет экспоненциально, бывает, ну и это все, все асимптотики известны аналитически, все есть. То есть ответ известен точно, это нарисовано, просто он просто сложный, ну какой-то крокодильский такой ответ, который, но просто точно решает. Задача в таком виде его можно нарисовать просто или изучить асимптотики здесь. То есть это просто решение сигма-модели позволяет точно вам сказать, как в такой проволоке, как кондуктанс или сопротивление меняется с длиной. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это не значит, что можно взять просто проволоку, которая поменяется вокруг, взять и вот это промерить, да, теперь вот это где должно это происходить, как я уже говорил, есть характерное значение сопротивления 25 кВт, и, значит, вот согласно вот этому, вы берете проволоку
и делаете ее длиннее и длиннее. В тот момент, когда ее суперспонт, сначала идет закон Ома, сопротивление линейно увеличивается, в какой-то момент она доходит. Но к нему есть небольшие поправки. Когда все доходит сопротивление до 25 кОм примерно, за этим она начинает кондуктанс экспоненциально падать, сопротивление экспоненциально растет. Ну, разумеется, если вы возьмете вот проволоку вот эту, вы можете, ну, я придется сделать довольно длинный, чтобы 25 кОм получить. Но даже когда сделаете, разумеется, ничего такого не увидите, будет продолжаться закон Ома. А очевидно, и причина стоит в том, что при нашей нормальной температуре длина дефейзинга такая короткая, что не дисипантный эффект. Но если это все охладить до очень низкой температуры, то тогда все эти эффекты увидите, но требуют соответствующих образцов и соответствующих. Вот. Да. Теперь, что это было вот про квазиодномерие, где вот мы видим кроссоверы, когда все увеличивается длиной, конечно, все локализуется. Теперь в более высоких размерностях, как я уже говорил, есть переход металлоизолятора. Это означает, что более чистая система является металлом, более грязный изолятор, между ними есть критическая точка. Теперь в этой критической точке есть критическое поведение. Физическое поведение говорит вам, как проводимость, например, когда вы подходите к этой точке, проводимость будет обращаться в ноль, потому что в фазе изолятора она в ноль. Она должна обращаться в ноль с какой-то степенью, да, с каким-то критическим минусом. Если у вас беспорядок чуть-чуть отличается от критического, то проводимость будет пропорциональна этому отклонению в какой-то степени. Это то, что называется критический минус. Такие критические индексы изучаются с помощью генома группы. Для этого, значит, вот эта сигма-модель позволяет вычислять эту самую бета-функцию, которая там феноменологически была нарисована. И знание этой бета-функции позволяет определять точку перехода. Это та точка, в которой бета-функция обращается в ноль. А производная бета-функция в этой точке, в частности, будет давать критический индекс локализационной длины, как расходится локализационная длина, и критический индекс проводимости, как говорится, проводимость точки перехода. Теперь, разумеется, в трехмерии, увы, сигма-модель никто точно решить не может, как вы, в общем-то, не будете уже поле, а не тривиально. Но то, что можно делать, можно ее изучать в размерности 2 плюс эпсилон. Почему 2 плюс эпсилон хорошо? Потому что 2 плюс эпсилон вот это самое пойдет примерно вот так и пересечет в точке, которая будет при достаточно большом G. Ну, надо вот эту доравнять 2, и будет чуть-чуть поднять наверх. Она пересечет две области. Поэтому переход произойдет при большом G, там, где еще можно все контролируемо считать. Да, там, где достаточно сосчитать все в главном, на петлевую или двухпетлевую, трехпетлевую. А в трехмере это недостаточно, нужно как было бы все собрать, что, разумеется, невозможно. Поэтому то, что на этом основано так называемое эпсилон-разложение для критических индексов, ну, про которое мы в свое время Вильсон получил Нобелевскую премию, но не в контексте сигма-модели. Таким образом, удается найти, используя сигма-модель, разложение для критических индексов вот по эпсилон, где эпсилон — это отклонение от другой. Значит, это, конечно, хорошее разложение, пока эпсилон маленькое, но так, на уровне грубой оценки можно подставить эпсилон, равняясь единицу, и смотреть, что получится в тройке, но понятно, что это будет вообще говоря, ошибка будет 100% вообще. То есть, в принципе, это асимптотическая формула, которая работает для маленьких эпсилон. Но тем не менее, полезный, в частности, из этого следует, что в некоторых ситуациях есть переход даже в двумере. То есть обычно для большинства этих систем двумерие является низшей критической размерностью, то есть переход есть в размерности больше двойки, как я и показывал на этой картинке, и это нормально, это соответствует. Вагнера, что это связанные вещи, что
понять из-за того, что здесь очень хитрая группа симметрии, которая суперсимметричная и компактная. И бывают ситуации, когда есть переход прямо уже в двумерие. То есть когда уже в двумерие вы можете заработать металл. И это происходит в так называемом симплектическом классе, который соответствует тому, что у вас есть нарушенная спиновая симметрия, то есть это означает, что есть спиноорбитальное взаимодействие. То есть если у вас есть система со спиноорбитальным взаимодействием, помните, я говорил, что там есть антилокализация, и антилокализация фактически означает, что вот эта бета-функция вот здесь в двумерии пойдет не вниз, а наверх, а потом она пойдет сюда и пересечет. Здесь будет эта точка. Правильно? То есть в отличие от обычных ситуаций, с непрерывной симметрией, здесь уже в двумерии будет точка перехода, будет переход металлозаряда. Вот. Ну вот такие, значит, применения часовых моделей, которые, значит, позволяют понимать наличие фаз металлозарядов, ну, и вычислять индексы, по крайней мере, на уровне эпсилон разложения. Разумеется, эти индексы можно найти с численного счета, и про невзаимодействующие системы есть очень много сейчас численных компьютерных исследований. Эти задачи замечательно делаются на компьютере до сих пор, пока нет взаимодействия, пока это, по сути, одночастичная задача. И там эти, все эти критические индексы с достаточно хорошей точностью исследованы числами. Ну вот видно, что если взять этот самый, положить эпсилон равным единице, вытянуть там все следующие поправки, то одну петлю это дает единицу, в то время как предсказание эпсилон разложения, в то время как численное значение 1,57, то, что исследовало ожидать это эпсилон разложения на границе его применимости. Хорошо. Да, ну хорошо, давайте на 5 минут я расскажу про вот такое еще одно свойство этой точки перехода и забавный на этом как раз и остановлюсь сегодня. Как я уже говорил, можно изучать разные критические индексы, и есть такие очень интересные свойства, которые тоже характеризуются критическими индексами, даже набором критических индексов, а именно, что волновые точки, волновые функции в точке перехода являются мультифрактальными. Что такое мультифрактальность? Это следующее свойство. Давайте возьмем волновую функцию электрона и сосчитаем вот такую величину, которая называется inverse participation ratio. Да, ну, тут я уже вообще никогда не видел, что это переводим на русский язык. Ну, можно перевести, но никто этого не использует. Значит, это такие просто моменты от интенсивности волновой функции, пси квадратом. Теперь понятно, что если волновая функция более-менее во всей системе примерно равномерно не распределена, то это будет пси квадрат, это будет примерно единица на объем, ну и поэтому этот ВКУ будет вот так скалироваться как размер системы все, вот в такой степени. Это как бы металлическое. С другой стороны, если эта волновая функция сидит где-то в какой-то небольшой области системы, то это будет просто порядка единицы. Да? Ну, представьте, что это просто сидит в одной точке, а больше нигде нет. Когда в одной точке это один, это просто статья. И это как бы изолятор. Вот это две крайности, изолятор и металл. Оказывается, что в критической точке это ведет себя как L в некоторой степени, но эта степень другая. И не то, и другое. А некая степень, зависящая от этого, откуда. Вот. Значит, это означает, что как бы, что волновая функция фрактальна. Да, здесь она имеет размер с d, здесь она имеет размер с 0, она как бы сидит в одной точке, а это она фрактальна. Она имеет размер с как бы некоторую промежуточную. Ну, с точки зрения теории поля, значит, можно сказать, что у меня есть индекс, есть нормальная размерность, плюс есть аномальная размерность. Ну или это простое. Характеризуется волновой функцией фрактальной размерности. Да. Теперь для каждого Q есть своя такая размерность, поэтому есть такой целый спектр этих размерностей. Принято характеризовать такую мультифрактальность, и поэтому это называется мультифрактальность. Но теперь принято характеризовать это таким преобразованием Лежандра. От этого того Q делают преобразование Лежандра, называют
называет себя фотальфа, и он называет спектром сингулярности. По сути, это преобразование Лежандра — это фактически функция распределения амплитуд волновой функции. Частичная амплитуда волновой функции, я ее раз всех точек померяю и нарисую функцию распределения. Теперь, если эту функцию распределения так более-менее на двойном арифметическом масштабе нарисовать, то это примерно и будет в этой функции. Но вот точное утверждение есть здесь, что вот эта функция распределения сформируется как P от логарифма, как L в степени, вот это F, которое вот это F, от логарифма C квадрат. То есть это функция, которая реализует статистику волновой функции. Если бы у нас все было, теперь как она выглядит, если бы все было металлическое, то понятно, что пси квадрат всегда, куда не посмотришь, оно скалируется как f в степени минус d. Тебе размер пространства, 1 на 1. И поэтому эта функция распределения была бы очень узенькая, она фактически была бы одна точка в точке d. А когда у нас есть широкое распределение, то оказывается, она имеет быть такого типа. То есть имеется такая некоторая функция, которая характеризует эту мультифрактальность и которая является характеристикой точки перехода, так же как критический импульс. Это просто много критических импульсов. Это такое свойство мультифрактальности бывает и в других явлениях, вот, в турбулентности, в частности, известных там физических задачах. Также появляется задача про андерсоновскую локализацию. На языке теории поля это соответствует вот эти вот дельта Q, которые здесь, соответствует тому, что вычисляются аномальные размерности, то, что называется, композитных операторов. Операторов более высоких, но понятно, что высокие степени пси волновой функции соответствует высоким степеням поля Q. Я уже говорил, что Q — это что-то типа плотности, что-то типа пси-квадрат. Поэтому неудивительно, что в теории поля сигма-модели вычисляются такие аномальные размерности операторов, и они дадут спектр этих самых фрактальных размерностей. Вот чтобы это слова немножко напоследок посмотреть на очень красивую картинку, это просто результат моделирования, которого, собственно, у нас сделано, по-моему, это была на тот момент, по крайней мере, самая большая система, которая была сделана, это моделирование критической волновой функции в двумерной системе в точке перехода квантового эффекта Холла. На самом деле не совсем переход металлоизолятора, это переход между тополой квантового эффекта Холла, это переход между двумя разными состояниями тополонического изолятора, я вот так скажу, что это топон, но там волновая функция в переходе обладает теми же самыми критическими свойствами. Ну и вот вы видите, как мультифрактальная функция выглядит, она, ну как бы вот эта пич, это как бы пси-квадрат нарисована. Здесь она большая, где коричневая, это она большая, зеленая, это она поменьше, вот эта синенькая, это она совсем маленькая. И разброс между этим коричневым тем, он экспоненциально большой. Но вы видите, что волновая функция вроде и не локализованная, и не делокализованная. Да? Если бы она была делокализованная, нормально, была бы примерно одинаковая везде. Конечно, она фактурирована. Если бы она была локализованная, то был бы какой-то такой всплеск в одном углу там или в серединке, и все. Теперь вы видите, что она тут вроде... Здесь много этих пичков, но они как бы повсюду. И также вы видите, что есть такая иерархия. Большой пик, рядом пики поменьше, еще поменьше, поменьше. Вот это вот типичность, как там устроены эти мультифрактальные функции. Ну да, к этому тоже есть достаточно большой интерес в разных контекстах. В последнее время, хотя это опять же не просто наблюдать, это достаточно просто наблюдать так чисто. Моделирование в эксперименте непросто. Ну вот, я не знаю, будет ли рассказывать Бенфиг про это, но в частности одна из недавних работ в связи с переходами сверхпроводника изолятора, у них есть роль мультифрактальности, я не знаю, как это рассказывать себе не может. Вот. Ну, наверное, я на этом остановлюсь. И то, что значит, дальше я буду рассказывать, это я расскажу в следующем про эффекты электрон-электронного взаимодействия. Сегодня все у нас было не взаимодействующее, но я упоминал уже дефейзинг за счет взаимодействия, я немножко еще про это скажу. А потом перейду к вопросам симметрии и топологии
и в контексте топологии тоже стараюсь рассказать про, про графен, про топологический. Спасибо. Не знаю, может, какие-то... Сейчас вопросы. Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что эффективная визуализация специальных слуханий проводимости, его получить с помощью программного подхода трудно или почти невозможно, и вот использовать сигмодель. Или все-таки можно какие-то классы диаграмм указать, которые можно просто суммировать и увидеть это экспериментальное слухание. Просто диаграммы более наглядные, там видно, как волны рассеиваются. Да, это хороший вопрос. Значит, в чисто одномерном случае, значит, эффект локализации есть уже просто простейшее, значит, где его можно увидеть, это если взять просто одномерную систему. Когда я говорил про одномерную, на самом деле то, что я имел в виду, это были то, что я говорил квазиодномерную систему. Я называю, что есть какая-то проволока, которая у меня она длинная, но при этом ее поперечное сечение тоже достаточно большое, чтобы можно было говорить как бы про диффузию. Да? Теперь, на самом деле, то, что мне нужно было, чтобы в ней было то, что называется много каналов. Теперь, если можно посмотреть просто чисто одномерную задачу, значит, вообще с одной измерения, да, если электрон в одномерии, и там какой-то беспорядок. Значит, это, там будет локализация, причем длина локализации будет более-менее равна длине свободного пробега. Там, с точки зрения, двойки в зависимости от определения. Значит, это можно увидеть, и было сделано было построена техника, специальная техника, потом это способ воспроизведено, которое фактически суммировало разные процессы рассеяния на примесе. Это не совсем такая диаграмматика, в одномерии есть своя специфика, в частности, вот этот вывод сигма-модели там не работает, потому что для этого нужно именно, чтобы было много каналов, одного канала нельзя сделать. Но там есть другая техника, например, вот эта техника Березинского, которая, да, она непростая, но там в принципе суммируются эти самые диаграммы и строятся способ суммировать, после которого получается видно, что происходит сильная локализация, что проводимость равна нулю на нулевой частоте и так далее. Вот. Насколько это, так сказать, просто и наглядно, не знаю, но видно, там видно, из чего это происходит, ну, из того, что вы учитываете интерференцию многократных разных процессов рассеяния на примесе. Вот. Но здесь, в принципе, это тоже, естественно, видно. Видно, что вы сначала сосчитали одну петлю, и вы сосчитали вот эту интерференцию процессов, когда вы прошли по какому-то пути туда и обратно. Дальше можно сосчитать двухпетлевой вклад на двух там, диффузонах, двух коперонах, что будет соответствовать тому, что есть две петли, по которым вы прошли там, в одном направлении и по другому. И так далее. То есть, но буквально вот их так собрать все, суммировать, дело как бы очень непростое, в то время как, ну вот, например, там, в одномерии, в квазиодномерии вы это можете сделать из этого точного решения сигма-модели, как это будет сосчитать просто диаграммой, собрать все. Строго в более высоких размерностях на самом деле то, что доказано, это следующее, строго говоря, доказано следующее, что если беспорядок сильный, то будет точно локализация, и это доказывается как бы вот именно с предела сильного беспорядка, и это то, что сделал Андерсон на самом деле в 58 году. Более-менее он сказал следующее, возьмем с предела сначала, что 20 электронов более-менее сидят в своих узлах, вообще никуда не могут взять, то есть разные глубины ямы. Теперь добавим немножко прыжков, да? Допустим, можно немножко прыгать с узла на узел, посмотрим, что произойдет. Ну и дальше можно доказать, что как бы исходное знание было устойчивым. То есть, что они не уйдут никуда, что они немножко попрыгают и остановятся. Классически они, конечно, начали прыгать и ушли бы дефудировать. Квантовы нет. И, да, это является математически доказанным фактом. В настоящий момент это признано математикой. То, что есть локализация в одномерии, тоже является математически доказанным фактом. А все остальное математически доказанным фактом не является. Да, с точки зрения математиков не доказан даже факт, который для нас физически абсолютно очевиден и ясен. А именно то, что если в трехмере беспорядок слабый, то локализации не будет. Математики до сих пор. Но это уже их проблема, в этом физически абсолютно понятно.
ясно. А, вот. Теперь более сложный и нетривиальный вопрос, и даже физический, это доказать, например, что в двумерии, когда есть локализация, то всегда будет, например, просто экспоненциальное затухание одного функции. Да? Мы, это видно из численных всех моделирований и видно из там. И мы понимаем это на языке аргументов с Renom группой, но это не есть строй. Да? То есть Renom группа говорит нам, значит, где мы ожидаем, что происходит локализация, в каком месте. Но, строго говоря, доказать, например, что это экспоненциальная локализация, а не там какая-то малая, не доказано.